Всем привет, с вами Зонг. Продолжаем прохождение. И мы заканчиваем все наши дела в хабе. На сей раз мы его действительно покидаем. И скорее всего на очень долгий срок. По-моему, больше мы здесь особо уже не задержимся. А нас ждет новый регион под названием Фронтир. Ничего нового. Вот он, Нью-Вегас. Судя по всему, в Солнечной системе игорный бизнес запрещен. Только это можно объяснить, что сюда, к черту на кулички, прилетает народ, чтобы играть в русскую рулетку. Прочие азартные игры. На мой взгляд, один из самых веселых регионов в игре. Представительных так точно. Помимо основных функций на базе, здесь еще появился однорукий бандит. Вот. Можно поиграть в любой, везде он одинаковый. Правила простые. При совпадении подобных комбинациях вам выпадает подобная сумма. Никогда не долго на нем не играл, потому что, как любой другой однорукий бандит, на нем скорее проиграешь. Попробовать-то стоит. Испытать удачу. О, неплохо. Ну, на этом, пожалуй. Главное вовремя уйти. Galspan Mining Production exceeds expectations. Ambassador to meet with Bora. Ничего интересного. Смотрим задание. У нас, кстати, появились новые кандидаты, один из которых настоящий дроид. Второй еще какой-то пассажир, но все они по сравнению с нашей Кэти просто нубасы, поэтому не будем ничего менять. Как я говорил, полно работы, не вся из которых принадлежит Бо. А еще здесь есть арена гладиаторская. Мы не будем ее выполнять, потому что она скучная. Заключается лишь в том, чтобы победить своих соперников на разных кораблях. И по идее нужна только для того, чтобы убить бабло. Ничего интересного. А мы, пожалуй, что же нам... делать. Вот, пожалуй, мы вот эту первую и выполним задание. For years, the Scav Pirates have been extorting protection money from the outer casinos. Casinos reduce their payouts to make up for lost revenue. And that don't sit right with us gamblers. Atlantic Casino Station has secretly offered us a reward if we run those pirates out of this sector. I'm getting together a posse of independent fighters to go kick some Scav butt.
Sure thing, let me just strap on my old six shooter. Slag three of them. Let's go. Get to the river, and then drop in. Let's head back to Vegas. First round's on me. Viva New Vegas, baby. Ну, вы сами еще слышали. Здесь даже не одно казино, а два. Забегая вперед, их даже, скажу больше, их три. Третье захвачено другими пиратами. Вообще в регионе дофига пиратов. Целых три друг от друга независящих и воюющих друг с другом пиратские банды. Мы видели одну из них. А еще в регионе есть контрабандисты и так называемые астероидные бароны, с каждым из которых мы еще познакомимся. Atlantic Casino thanks us for sticking up for her. Enjoy your reward, partner.
Sure has been a pleasure blasting scavs with you. I'll catch you around the poker table someday. Galspan Mining Production exceeds expectations. Ambassador to meet with Bora. А мы видим, что по нашим приключениям уже есть специальный репортаж. И на сегодня это все. Всем пока.